Книга «Открытым оком», том 6, тема «Молитва», вопрос 1558. Кто может приступать к молитве «Отче наш»? Ведь если ты не рожден от Него, то Он тебе и не Отец. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Бог есть Творец всех нас, и потому есть и Отец всех живущих на земле, хотя бы они Его и не знали. Иеремия 14:22. Если между суетными богами языческими, производящие дождь, или может ли небо само собою подавать ливень? Не Ты ли это, Господи, Боже наш? На Тебя надеемся мы, ибо Ты творишь все это. Деяние 14, с 15 по 17 стих. Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши». Деяние 17, 26 по 27. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род». Исайя 37:16. «Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю». Малахия 2:10. «Не один ли у вас Отец? Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?» 4 Царств 19:15. «Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю». Ефесянам 4:6. «Один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех нас». Признать Творцом и Отцом Бога может всякий мыслящий, не по-коммунистически. Но вот дальше все слова этой молитвы Господней относятся только к верным. Притом, далеко не ко всем церкви, а только к тем, кто прощает, кто живет свято, кто уверовал в Бога, кто омыт кровью Христа, кто ждет возвращения Христа на землю за церковью. Богу нашему слава, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.